Стихийная свалка мусора выросла на одной из улиц столичного поселка Краснозатонский. Кто к этому причастен и, главное, кто будет убирать, неясно. Местные жители жалуются в разные инстанции, но реакции нет. Эта проблема, она вот в данном состоянии, она неустранима. Вот мое мнение. И вот тут предлагают поставить контейнеры маленькие, мелкогабаритные, вместо большого этого самого. Это мало повлияет. Это ведь зависит от людей одновременно, от людей, которые выбрасывают мусор, и от тех, которые отвечают за состояние этой площадки, от их совместной работы. А пока тупик. По закону обязанность ликвидировать несанкционированные свалки на таких земельных участках возложена на органы местного самоуправления. Помочь людям достучаться до чиновников и разрешить вопрос с несанкционированной свалкой готов Народный фронт. На город Сыктывкар будет направлено обращение с просьбой убрать, значит, стихийную свалку, ликвидировать ее, организовать встречу с жителями Сосновой Поляны для того, чтобы найти решение, которое бы устранило возникновение вот стихийной свалки рядом с контейнером, пригласить для консультации регоператора, который занимается вывозом мусора, и найти то решение, которое уже устранит возможные причины возникновения вот этой стихийной свалки.